скажи мне. Черт, ребята! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Вы видите в моих руках конверт, а значит, там деньги. Но вот что мы будем покупать сегодня на сайте Darknet, вы узнаете через пару секунд. А перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три! Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментов ты напишешь, тем выше вероятность того, что ты, именно ты, попадешь в мое видео. А я лично скажу тебе спасибо за твой комментарий. Друзья, также здесь у меня есть нашумевшие антистрессы, супер топовые, супер новые поп-ит. Поп-ит, друзья, когда я увидела, если честно, эту игрушку, я не поняла, потому что эти игрушки не сравнятся с теми лопающимися шариками из полиэтиленовой штучки, они гораздо приятнее лопаются, чем нежели вот эти пупырки, но вам, тем не менее, очень сильно нравится, когда я заказываю на сайте Darknet поп-ит монстров из пластилина. И сегодня именно такое видео, потому что, друзья, совсем недавно вышла новая 4-я серия продолжения мороженщика самой популярной игры Мороженщик 4. И поэтому сегодня на сайте Darknet мы с вами будем заказывать именно этого монстра. Поп-ит мороженщик прямо сейчас. А перед началом давайте поставим 5000 лайков, друзья. Ну а мы погнали! Итак, друзья, прямо сейчас вы обязательно расскажите мне в комментариях, кто уже поиграл в 4-ю серию игры Мороженщик, и кому было страшно, и кому было страшно и интересно, потому что у всех мнения расходятся. Кому-то нравятся новые, там, кстати говоря, по-моему, какие-то даже новые персонажи в игре супер крутые, поэтому, ну, если вы играли, то вы должны знать, кто это. Поэтому осведомите всех, напишите в комментариях, пообщайтесь между собой, ведь комментарии созданы не только для того, чтобы писать для меня там. Я все это читаю, конечно, все ваши пожелания, спасибо всем огромное, ребята, но комментарии созданы еще для того, чтобы вы, мои подписчики, мои фолловеры, мои самые дорогие и любимые, между собой общались, ребята. Просто общались в комментариях и общались по поводу того, как вам нравится мое новое видео или нет. Но вот мороженщик, конечно же. Знаете, я специально не озвучиваю цену, сколько стоит новая версия Поп-ит мороженщика, потому что я переживаю то, что хейтеры начнут просто обливать меня грязью, потому что это баснословные деньги, ребята. И может показаться то, что я вас обманываю. Но это не так, потому что... Это что? Не знаю. Ребят, посмотрите. Здесь свет, и он отражается всеми цветами радуги. В принципе, как и большинство поп-ит. В принципе, просто. Мне такое ощущение, что менеджер сайта Darknet, тот, кто должен мне принести мороженщика, уже здесь. Hey. Здесь кто-то есть? Блин, смотри, Дим. Дим, кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Ребята, просто трэш. Посмотрите, дерево светится. Это реально. Там идет свет. И, видимо, этот свет такой же, как и из дупла. Поп-ит свет, ребята. Такое ощущение, что это как будто какие-то знаки. Я не знаю, что это означает, но именно на этом месте, прямо сейчас, мы сделаем обмен. Деньги на поп-ит мороженщика 4. Погнали! Деньги мы отдали, а свет мы забрали. Нужно будет прикрыть, ну, не эту лавочку, как казалось бы, но забрать свет. Посмотрите, как круто это выглядит. Просто как-то магически, мистически и необыкновенно подсвечивается этот свет. Ладно.
Блин, там паутина, жуть. Ладно, ау. Черт, ай. Я жуть, как боюсь пауков. Если кто-то из вас тоже боится пауков, ребята, я с вами солидарна. Ладно, нам придется немножечко подождать, нам, вернее, чуть побольше, а вы буквально через пару секунд увидите, как выглядит поп-ит мороженщик. Итак, ребята, прямо сейчас мы готовы увидеть поп-ит мороженщика, которого вы нигде и ни на одном канале не увидите, только на канале Королевы Мистики. И этот момент, барабанная дробь, прямо сейчас наступает, ребята. Я уже вижу эти радужные пупырки. Ребята, я уверена, что уже у каждого есть этот поп-ит. Разный, но поп-ит мороженщика из пластилина. Ребята, из проклятого пластилина. Не забывайте, только на моем канале. Жесть, ребята! Вот так выглядит поп-ит мороженщик. Реально, у него шляпа, тут даже немного налепили крови, как будто бы она запачкана. Ребята, это жесть, какой прикольный поп-ит. Жаль, что он из пластилина и его нельзя полопать. Хотя, в принципе, если очень захотеть, можно и поп-ит мороженщик хлопать, или как это, полопать, похлопать. В общем, ребята, вот так выглядит поп-ит мороженщик. Но это еще не все. Прямо сейчас мы отправимся в наш дом мистики для того, чтобы провести обряд по оживлению этой пластилиновой вуду игрушки мороженщика. Это будет очень круто. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, а мы погнали, переместимся в дом призрак. Друзья, я вам расскажу одну историю. Дело в том, что на моем втором канале Ирина Страшилка очень много страшных историй, которые вы, возможно, еще не слышали и даже не подписаны. Там я рассказываю самые страшные, самые топовые, самые популярные страшилки, от которых у вас волосы станут дыбом, а по телу побегут жуткие мурашки. Поэтому, ребята, прямо сейчас давайте зайдем во вкладку о каналах и подпишемся на канал Ирина Страшилки. Кто подписался, ставь плюс в комментариях. А мы пришли к нашему дому мистики. О, да! Как долго мы строили этот дом. Здесь очень стрёмно, потому что здесь и учительница из маленьких кошмаров из пластилина. Здесь и горка-пожиратель Cartoon Cat из пластилина, а также сама долговязая лошадь. Все то, что наводит страх и ужас, поймано и заточено в этом доме мистики. Это на самом деле жутко, поверьте, жить рядом с этим домом. Но я была бы не я, и я была бы не королева мистики, если бы я ничего не боялась. А я реально ничего не боюсь. И того и вам желаю. Так, ребята, ладно, заходим. Я еще пока смутно понимаю, для чего вообще у меня появилось два этих светильника, но я взяла их с собой. Pop-It антистресс из пластилина. Мороженщик останется здесь и сейчас. При помощи доски для вызова духов мы попытаемся вызвать настоящего мороженщика. Ребята, просто вдумайтесь, настоящий мороженщик должен прийти сюда. По крайней мере, мы либо докажем это, либо опровергнем. Просто мне так сказали. И если ты купишь поп-ит мороженщик из пластилина, то сам мороженщик явится за своей любимой игрушкой. И это чертовски криптово, ребята. Я надеюсь, что мы его прямо сейчас увидим, потому что дело ближется к ночи. А ночью, как известно, все самое интересное. А мы погнали. Фух, ладно. Мороженщик, приди. Мороженщик, приди. Мороженщик, приди. Если он стоит его, да, на то, аркатон то зендабе. Ушш.
свет, 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 иди на свет, свет, свет. Иди на свет, иди на свет, иди на свет. О, Господи. Что-то значит, произошло. Что означает «иди на свет»? О, слушай, походу неспроста я нашла два этих светильника, чтобы найти мороженщика. Натурального мороженщика, настоящего мороженщика. Мне кажется, что нужно идти на свет. Мы будем полагаться на то, что нам сказала доска для вызова духов, и будем искать свет. Прямо сейчас, ребята. Ладно, я возьму с собой попыт мороженщика, чтобы благодаря ему найти свет. А когда я найду свет, я найду и самого мороженщика. Свет, мы ищем свет. Свет, мы ищем свет. Скажи мне, дай ответ, свет. Мы ищем свет, скажи мне, дай ответ, свет. Туда. Чувствую, мне подсказывает сердце. Свет где-то совсем близко, хотя солнце уже давно за горизонтом. Где-то здесь есть еще тепло. Свет. Там, Дим. Свет. Да. Ребята, мы нашли свет. Еще свет, один. Еще один свет. Мы на правильном пути. Мороженщик уже где-то здесь. Я чувствую еще свет. Свет, свет. Я вижу свет. Света, света. Дай света, где? Свет, свет. Свет. Туда. Свет. Есть. Во тьме здесь свет. Мороженщик уже близко, ребята. И по-моему, что я уже слышу. Вам не кажется, что уже звучит эта песня? Свет. Мы на правильном пути, ребята. Свет здесь. Еще света. Еще. И еще не хватает света. Еще один источник тепла должен быть где-то здесь. Где же он? Свет, где ты? Черт. Ничего не видно. Ребят. Где-то здесь должен быть свет. Черт! Не может быть, чтобы я его не нашла. Свет, свет. Где ты, свет? Прошу тебя, откройся мне, свет. Я не чувствую ничего, Господи, я не чувствую. Я нашла его. Ты свет, последний свет. И прямо сейчас я найду того, кого я ищу. Свет! 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 Вот он! Черт, ребята! Мороженщик, он здесь! Жесть, ребята, мы прямо сейчас видим мороженщика! Господи, это реально он! Нам нужно спрятаться, ребята, как можно скорее, чтобы он не причинил нам вреда. Мне сказали, что нужно сделать круг, как оберег, чтобы мороженщик не подошел. И в середине его игрушка. Ребята, это реально мороженщик из игры! Из четвертой серии игры. Мороженщик, ребята, если вы играли, вы знаете. Стой! Свет светом! Я управляю тобой. Этот круг
И эта игрушка управляет тобой. Это кукла Вуду. Поп-ит на мороженщика. И сейчас мы поближе разглядим, насколько он любит эту игрушку. Как тебе, Поп-ит? Нравится? Тебе нравится, Поп-ит? На, возьми свою любимую игрушку. И прямо сейчас убирайся отсюда. Свет светом. Прошу, пройди в этот круг. Прошу, пройди в этот круг. Прошу, пройди в этот круг. Ближе. Еще ближе. Еще ближе. Еще совсем чуть-чуть. Сейчас мы заманим его в этот круг, и он исчезнет. Заходи. Стой. Свет светом. Исчезни, отправься в потусторонний мир сейчас же! Черт, ребята! Мороженщик исчез, и это очень хорошо, потому что он мог нас реально покалечить, а может быть даже и убить. Ребята, если вам понравилось это видео, прямо сейчас нажимай лайк, подписывайся на канал, и я всем желаю счастья и добра. Всем пока!